Торговая марка «Гросс» представляет ножницы по металлу «Пиранья». Ножницы по металлу «Пиранья» имеют длину 27 см, предназначены для левого и правого проходного реза листового металла. Двойной рычажный механизм значительно уменьшает нагрузку на руку в процессе резки. Материал рабочей части ножниц – хром-молибденовая сталь. Твердость режущей кромки – 60-62 по шкале Роквелла. Режущая способность ножниц для холоднокатанной стали – до 1,2 мм, для нержавеющей стали – до 0,7 мм. Эргономичные рукоятки ножниц выполнены из двухкомпонентного материала. На их внутренней поверхности расположено ушко для подвеса на инструментальный пояс или другую разгрузку. Внешние защитные упоры исключают соскальзывание руки во время работы. В ассортименте есть ножницы по металлу «Гросс Пиранья» с прямым и правым проходным резом, с прямым и левым проходным резом.